Петербургские реки и каналы будут углублять. Росморфлот представил проект работ на суд горожан. Работы затронут Неву, Малую Невку, каналы Кронштадта и Сестрорецка, а также акваторию Финского залива. Это необходимо, чтобы обезопасить судоходство. Из-за наносов ила и песка корабли могут цеплять дно. Углубление фарватера обещают проводить со всей возможной осторожностью. И шумы, и выбросы в связи с тем, что мы находимся на акватории, достаточно далеко от жилых районов, никакого негативного действия на окружающую среду в местах проживания граждан или вообще в береговой черте оказывать не будет. По оценкам специалистов, такие работы не нанесут непоправимого вреда окружающей среде и популяции рыбы. Проект рассчитан на 10 лет, но возможны корректировки. Точных сроков начала пока не называют. Работа должна начаться после того, как проект пройдет все необходимые согласования.